тренировка, то ничего не помогает вообще. Вообще не помогает? Абсолютно. Тут, короче, показатели у него, даже стоя, 3%, кажется. Самый минимальный в игре вообще 11%. Я не помню, какая техника. В общем, я, блядь, тупо с 500 метров ее видят все. Я, блядь, никого не вижу. Мало что понял, что вы сейчас сказали. Ну, то же самое. В атаку, блядь. Нет, нет, в атаку не надо, все. Да, ну нахуй, ты что? Хорош, задыхись. Вон этот, кто? О, блядь, вот там Икса уж херачивает. Я его не вижу, ты хуя. У тебя башка вертится, блядь. У меня она вертится, но она, блядь... 54-й вон, блядь, катается. Как самолет взлетать не может. А чё мы тут стоим? Хуйней занимаемся. Смотри, как сейчас я... Ну ты можешь ехать вперед, там засветишь, но ничего нет. Ну это... На дорогу только не лезь, нахуй, на дорогу. Это как говорится... По кустам, блядь. О, вон он, блядь. Вот поедем слева. А я вот пробил. Свой, въебал. Это у тебя 461 был? У кого, не знаю. У меня 461 нарисовал. По мне въебал. Это я пробил, да. Да? Да. Я, наверное, своим фугасом в хуй попал, блин. В меня не, попал кто-то, блядь. Если, ну, если фугас попадет, то будет весело, конечно, ему. То есть, как бы, даже если не пробьет, то, блядь, 200-300 ну, да, точно будет. А я поэтому фугасницу на нее и поставил, блядь. А вон вот там вот. Француз. А, сука! Бля! Чини гусеницу, сука! Да что-то 249 ему в легкую, ёпта. Блять, вы чё не стоите? О, ничего. Его забрали. Там он 103-й, бля, хуя. А сейчас это такое... Наглеет. Прям лишь зарядка через. Блять, сука. Макс, съебись. Куда нахуй стою? Механик гусеницу чинит, а чё тебе? А, я бы сейчас на твоем месте просто это, за дорогу туда переехал бы. Какую дорогу? А ты там внизу, там тебя не видать, да, нихера. Блядь, так всегда и происходит, нахуй. Максим, иди свети, а потом, а ты где? А я в ангаре, а чё это так? А вот так, бля, потому что. Да вот тут шестой, блин. Вон он там зарисовался. Шестой всю малину здесь портит. Сейчас на верхушку тоже смысла нет выбираться, блядь. Сейчас бы еще Витальку бы взять, блядь, который запорол танки. Блять, вообще. Это просто надо будет хер на кем, блядь. Чтоб так вот запороть. Так, и я. Бля, сейчас наверное... сейчас, грубо говоря, на груду влево лезть, блин, жопу ж надо. На, блядь, попали, сука, а, в маску. А кто тебя вхерачил? А вот, походу, 54-ка. Кто там вхерачил 100% не стоят. Вот я вот не напрасно задним ходом еду. Бля, единственный минус, сука, фугаса, блядь, это долго летит, ебать. Блядь, а вот какого... Да и с девятками он не очень помогает. А какого хера, да, у вас такого расстояния попадает, а что, видишь, что... А, вот этот вот... Ну, я не знаю, Макс, да? в меня... Ну, это из-за меня все. Не, в меня пока не бьют. Я же говорю, это, блядь, это пытается, отовсюду видно, поэтому вот. А почему именно тебя видно, вот ты чё? Ну, потому что она огромная, глянь. А, типа да. Это как бы тоже влияет, башку, да? Башку посмотри, ёпта. Да я уже понял, тут тоже пиздец. Переносная киностудия, блядь. У нас, между прочим, шестой, блядь, вообще без этого. Тем не менее, 4-2, блядь, батя пошел тащить бой, я ебаю. Поехал. Ага. Ну с твоим да могу, да, блядь. Тащить, блядь. Не, ну ты нахер вот сюда вылез-то, блядь. А чё у меня? Мою кухню, ёпта. А, ну все, понял. Я сейчас ебусь сюда. Вот я бы сейчас по 54-му въеб, блядь. А не по тебе бы. Я, как говорится, съебусь сейчас к березкам и все нормально. Опять это ебаный объем, блядь. Объедками, блядь. Да объекты, блядь, швы. Глаза успешные, блядь. А ты видишь объект на нас? Нету ни хера, блядь. Потому что на миникарте он есть, я, блядь. Я объект вижу. Есть, блядь, я его вижу нихуя. Ебать, он какой сильный. Не, он реально, что там... Бля, пропал, пидорас. Что, 600? Вот, 54-й здесь заебал моя. А нашего убрали, что 54-й. А, да.
Он сзади, блядь, что-то терся. А, блядь, суки, блядь, да ну в пизду. Да охуевший. Так, я наблюдаю за вами. Давайте, ребята. Я пока налью пивка, но запись идет. Еще пока наблюдать не за чем. Светить-то кто будет здесь, блядь. Я. А вот за 54-ка, глянь, сбоку. Че ну? Все уже была сбоку. А, и пятнашку убрали, блин. Короче, блядь, это слив. Да это да уже, 5-9. Это не слив, это как в футболе России против, блядь, Бразилии, нахуй. 5-9. А мы гор там сдали, ёпта. Какой город? Гору. А, я не смотрю. Ну, а чё, в какого хуй вы-то стоите, блядь? А хули нам с таким обзором делать? Ну просто вот я бы поехал, блядь. А смысл сейчас просто. Опа. Вот раз, и все. Это было красиво, это отлично. Вот, блядь, хуёво, что у тебя башня не отлетела. А у меня её нет. Она не отлетает, что ли? Ну её тут. Это ПТ. Сейчас я запойду за вами. О! Так, сейчас, Серёг, извини, я тебя пока не снимаю. Вот ты. Давай. Заебись. Ну похуям. Ну квас, ты задолбал, блин. Давай вот этого ебанем. Я наверх поехал. Ой, так, я, короче, куда-то сюда поехал. По полям. Ну ты если по полям, тебе надо было в центр к домикам осветить. Не, ну по полям. Значит, на Т-34-85 ты хер насветишь там. Я потому что когда еду по полям, у меня сразу ощущение, что я еду по Белоруссии, блядь, по картошке это саженные. Мне как-то сразу становится не очень комфортно. А, бля, вспомнил то, что эту карту я нихуя не знаю. Вот это я вспомнил. То, что тут сейчас какой-то будет закуток, откуда все будут ебашить. Все будут стоять, орать, давай, а я как бы попытаюсь дать, и нихуя из этого не получится, как обычно. А он 2.43, блядь, светит. А, вот. Вот забрали. Блядь, Влад, ну куда я приехал, а? Куда ты меня за рыбы, блядь, куда ты хотел? За рыбы. Отсюда, а, вот отсюда сейчас, я поехал топить, все, пока. Сразу, да? О! Тут крутой берег. Пидорас, блядь. Сука. Попадай, ничего попадай. Отлично. Я кота уже уничтожил. Кота ты уничтожил. Так, вот. С кота не, блядь, у меня кот заебал, за смотрю, лазит, блядь. Короче, пацаны, воюйте, я поеду покатаюсь. Окрестность посмотрю. Карту изучу, да? Это нормально, я оставил мне тут вдвоем с дебилом каким-то, блядь. Давай в пукан сейчас ебану просто. Вот отлично, прям, нашел на день. Забрали. Стой, опа, блядь. У нас квасяра тут, блядь, нарисовался. На тебе, блядь. О, я его загустил, ёпта. Ладно, тут поставим ТМПЛ. Так, а вон он, сука. А, блядь. Да шо ж пушка-то, блядь, бля, нам в пукан заходит, короче. Сука, все. Влад разворачивает хуйню, едет хуй, короче, тайп какой-то. Пидор. А, блядь, пока перезаряжусь, пиздец, блядь. А он ой, тебе повезло. Похуй, да? А, или повезло. Мне не повезло. Если я не знаю. Блядь, да, пукан твой затымил нахуй. Ну, так. Блядь, да хорошо. Поехали сюда три штуки, блядь. Людей, а сестры, куда-то. А где это, блядь? Крыс столовая, блядь, наша. Вот это... ты посмотри, блядь, возле базы. Вот что это за дрыщ? КВ-2, блядь, по-любому. Да, КВ-2, блядь, стоит. Серёг, ты где, блядь, там, сука? Воюю, ёпта. А почему нас не прикрыл? Ебать. А, ну, в принципе... Бля, ну, пиздец, 100% крыс столовая, блядь. Где ты сидел, блядь, когда, блядь... Самые топовые танки погибали, блядь. Серьёзно? Да воюю я, блядь. По-моему, радист контуженный.
Да по мне дохуя кто контуженный, блядь, уже. У меня 90 хп осталось. Давай, Серёг. А ты седьмой же ебал тут, блядь. Это классическое выражение. Я снимаю нахуй, давай. Я это прямо вот сейчас со всех сторон, блядь, ебашу. Снимаю, еб. Я снимаю перед вами шляпу. Шляпу, блядь. Блять, вот какая-то есть охуенная карта, я только не помню, какая она, бля. Там прям охуенная. Так, я своим хп, наверное, к захвату подвигал, бля. Ты объяснил прям про карту, блядь. Напиши хоть что там на ней. Тишина, блядь, ясно. Чё, народ, никто ничего не понял. Рюм, карту ты рассказывал, объясни, что на ней, я тебе, может, скажу название. А, про карту, что ли? Короче, да, блядь, я сейчас объясню, как школьник, третьеклассник, блядь. Хуя домов и что-то не... А, блядь, все вспомнил. Ай-яй-яй, новая карта, блядь. Которая вот... Обновление, что ли, было? Как он, блядь, называется? Самый новый карт, который в танках. Вот она. Вот это, блядь, я понял. Там еще город такой маленький, короче. Я бы не сказал, что там город... А, ну это этот, как его, Вест? Не, Винсторм. А, Винсторм, да. Он. Походу, да? Он. Она, короче, зимняя, да? Да, зима. Ну, там еще по центру мосты, короче, проходит между городом. А он там был, как будто. Угу. Он до мостов не доезжал обычно. Да, ну тебя нахуй, как будто. Да ну че, Макс, а че, как будто не так, блядь. Давай, Макс, я Макас, нахуй. А где он? Блядь, вот два не вылазит, сучка. Я снимаю, ты, блядь, стоишь, нихуя не делаешь. Я на захвате стою, мне похуй, ёпта. Ты иди воюй нахуй. Все, а все, уж понятно. Блядь, а французская, блядь, с барабана Марта, блядь, я охуенно. Ага, знаю. Вот это... Не, Лора, она чё, блядь, заедется на шустрой. Макс, блядь, со мной едь. А ты говоришь, а все, еду. Я просто не такой быстрый, как ты. Ну, в принципе, я такой же быстрый, как ты, но он появился намного дальше, чем я. Поэтому он говорит, типа... Ну, у вас квадрат какие? Аж этот... J8? Ой, пизду, Серег, ты не в ту сторону поехал. Пруды в другой стороне. Я понял, что ты арта. Только от меня толков, блядь, не ждись, блядь. Топись нахуй сразу. Не, топиться сразу не буду. Блядь, а я вот... А, все понял. Вот тут я охуительно отхватывал пиздюлей. Уже знаешь где, да, если что? Не, ну тут одно хорошо, то что можно помыть танк. Заебись, а у нас вдоль базы попиздили, блядь, че? А там борщ стоит, блядь. Мазепа, блядь. Блядь, а мне, походу, надо чистить комнату, нахуй. Что-то меня, наверное, так завывает. Блядь, там одни светляки, нахуй, ёпта. 25-2. Какого-то хуя, блять, мы приехали раньше елки сюда, вот это вообще не понятно. Отлично, это забрали, блядь. А вот этого я нихуя не вижу. Да раз ты, блядь. Так, Исака 3. А, Исака просто не вижу, блядь. О, тут 152-я, блядь, кусушка. Ну, в принципе, я сейчас просто пьян, а так-то я играю отлично. Ай-яй-яй-яй, да едь-то, блядь, сука, как тебя зовут? Об... 4, 16. Да, ты, сука, пидор. Ган, третий поехал на сюда. Да, это, как говорится, с 1 августа в танках будем говорить, о, черт, о, блин, о, блинский. Ну почему, говорить так же будем, ёпта. Не, ну... Это ты имеешь в виду про запись? Про запись, а я сейчас чем занимаюсь? Сейчас. Не, ну сейчас я занимаюсь, конечно, победой. Ах, сука! То ли он, то ли не он. Блять, вот третий, блять. Вот, заебись, Серёг, у тебя кто по тебе ебашит, ты сразу знаешь свой обидчик, а я, блять, хуйно, то ли свои. А тут ему нафиг не нужен, мать, на эту хуйню. А нахуй нужен? И так и есть.
А, блядь, тут, возможно, может арта ебашит. Да, у них арта... А, ну вообще-то у них арта стрелять нормально. Ага. Так, сейчас ну, я... Побыстрее, чем я, блядь. Бля, вот я его не вижу нихуя, блядь, от третьего, блядь. А, ты на арте, что ли? Да, вы, да, да, ну, вы его выгоняете, блядь. Это пиздец. Там и сак еще, блядь. По третьему хуячу. Вот. Ай, сука, уехал. Блять. Объект 466 вообще никуда. Блять, как ты мне через соседа? А его забрали. Его. Блять, пиздец. Три бутылки пива. Пиздец уже, да? Ой. Какие суд рейсы прилезли. О, блядь. А чё у меня арта-то какая красавица? Арта, а где поддержка, блядь? Ну, походу, я взял, чисто наблюдать за нами. Уля она, блядь, это. Я говорю, пушку стоковую ещё, блядь. На, на, пидор, ёбан. Это мой факт. Бля, вот. Смотри, есть третий на гусле. Да вот и хуй-то, он меня уже... Так, а это? Да, если... А да, о, а у нас уже на базе народ-то, ёп. Просто это... Иногда хуёво, когда хочешь ссать и... Блядь, в танке. Да ещё за арту чувак не умеет играть нихуя, да? А, блядь. Охуенно вообще, вообще охуенно. Влад, бля, я единственное, ну... не пойму, как я вчера все-таки Влад, на... я снимаю нахуй. Это охуенный взрыв. Не, ну ты на этого биржгане, блядь, сраном, блядь, я, по-моему, идет, да? Ну да. Или я не помню. Четыре, по-моему, бля, я сегодня на... Ох ты, ёпта! Вот это я прыгнул. Это, пацаны, ну, конечно, я, конечно, все понимаю. Скажите, мне-то что делать? А, стой. Стой на базе, блядь. Кури! Куришь, кури. А, стоп, второй взвод это мы? Ну да. Да. Второй взвод сила, бля. Ага. Они просто не знают про мой это... Скилл? Да, он называется ярость. Мне самое главное доехать. Докуда? А ты, по-моему, стоишь или нет? Серег, обнови, обнови страницу. Да ладно, подъем, так еду, блядь, все нормально, еду. Так, два светляка, блядь, засветились, ёпта, дальше что у нас? 14 километров. Дальше не лезь там, стой. Дальше я сейчас пизды получу. Ну, вот смысл в том, что сейчас они вот увидят тебя, захочет тебя забрать. Угу. Просто стой, пускай вылазит на нас. Макс затащит сейчас. Я... А Макс затащит в любом случае. Я, я тащу, мне главное доехать. А ты едешь? Ты... Опа, галду заряди. Ну еду, конечно. Все, я их засветил. Пошли в жопу все, ёпта. Блять, я пиздец, я реально так первый раз играю. К десятому на первом. Серег, о чем можно говорить там? На ИСе кинули к десятому, бля. Вот на первом кинули. А с этой стороны что, не шли никого, я что-то не понял. Пацаны, 2-0. Оп. Вообще, норм. Ну, два светляка вхерачили, да. Так, я просто стрельнул так для отмазки. А ты в кого там стрельнул? В своих что стреляешь, блядь? Песок. А мне тут, в принципе, я могу в любых стрелять. Я даже, наверное, в пукан какой-нибудь пробую. Бей своих, да, чтобы чужие поехали. Не, кстати, меня можешь пробить в жопу тогда. А ты где? О, блядь, ты пока до меня доедешь, ёпта, ты охерень, блядь. Вафля. Вафля. О, борща подсветил еще, блядь. Бля, я вот думаю, может объехать их, а? А, хер на ны. Там это вафля ебаная. Так, взвод он там воюет. А я где-то катаюсь, да? Стоп, стоп, не-не-не. Ну смотри, я все равно в роли оператора. Так, я поехал, наверное, в горб, что ли? У меня вообще есть смысл стрелять. Нет, наверное. Не пробил. Блядь, сука, там вафля, а она на 54-го, блядь, херачит. Серёг, смотри, ты напрасно сказал.
Я стрельнул, мне сказали, что я не пробил. А, ну ты не пробил. Издали, блядь. Бля, херово, даже арты нету, ёпта, а? Нормас. Так, триумфальное прохождение игры World of Tanks. Вот он, в этой ауле, блядь. Ёпта, ну... прикинь, по мне даже, блядь, кто-то промазал, я говорю, ебать ты лох, в натуре лох. Это... О, он меня вкерачил. Вот по-нормальному все силы противника должны брошены быть только на мой танк. Не просто ради прикола, они что-то какие-то тупаные реально. Наверное, блядь, бойцы из Нигерии, блядь, играют. Ну это эти, те же самые, эти, фраги. Ты чё? Какие фраги? Трочеры, ёпка. А, фрага, а трочеры? Ой. Бля, у меня что-то вообще пиздец. Корова мычала, блядь. У меня серебра нет, нихуя. А ща Влада подтолкну и буду скрываться в его танке. А ты живой, что ли, еще? Бля, я только доехал, блядь. А, я просто в ангаре уже лазил. А, понятно. Я говорю, у меня сама... Блядь, суки. Макс, ну ты едь там, где тебе удобнее слиться. А, ну... Только по прямой, значит. Да, ну в город, ёпта, куда только ещё? Прям, бля. Бля, чё-то я потерялся. А, всё. Да, навигатор там... включи, ёпта. Так, пиздуй, стрём. Забай. Ну а чё за ёпта? Ты... Раз потерялся, навигатор включай. Ты бля. Сам наблюдал, сколько я бутылку пива выпил, это ещё отдать должное то, что... Ну, в смысле, для меня это дохуя. Ни о чем. Так, в принципе, как в аномат сейчас посмотреть графон, блядь. Ёлочка катается, блядь, сука. Блядь, две арты. Так как ты уже сел урон на нее, а в что ты ударился? Кто? Да. Я. Ну, я... потому что лошара, блядь. Я обтяжу. Вроде город нету. Я обтяжу. А, сука, камшот ёбаный, 12 секунд перезарядка. Пидорас, блядь, что стоит 12 секунд. Бля, и прикинь, он. Прикол, забор в камшоте, блядь. Неблагодарные люди. Косой. Пацаны, вы-то где? Хоть слово. Влад уже забрали. Это нормально. Ну, нормально для меня. О, а мы их что, типа подъехал? Не первый, да? Потому что обычно я, блядь, секунду... Ебать, я тут боком стою. Секунд 10 в бою, а потом 15 минут в ангаре. Ты куда выехал, мама? Да я стою, у меня этот, блядь... Кто ты чинит гусеницу в танке? Вот ебаш. Ебать, кого? Гусеницу. Покачай вон от... Ах, сука. Командора своего качмолку. Бля, ЗИЛ, ёбаный, вот стоит. Ну, кто там? Ну, бля, не, ну, куда ли ЗИЛ? Хотя, хуй знает, это игру кто разрабатывал? Белорус? Бля, я заряжаюсь, а ёлка мотается, блин, задолбала. Отлично. О, ёпта, меня забрали. Ёлушка насветила, своё дело сделала, бля. А наша ёлка около нас пляшет. Вообще молодец. Бля, господа, я вообще не понимаю, о чём. Какие ёлки? Бля, сиську потом, как раз. Да, блядь. А, ёлка, у тебя сама стал. Квас, это пиздец, блядь. Это, блядь. Перезарядка, я ебу, блядь. Ты чё, взрываешься? Куда? Ну я не знаю, по ебе катаешься, блядь. Блядь, вы за мной что наблюдаете, ебать? Нету, ёпта. Чё вы раньше не сказали, я вообще оттуда, блядь. Попроще обзор. Макс, он справа, ёпта. Какого? Вон откуда, ебать. А чё, вон, всё, он ёбнул. Вот и хуй-то. Вот и хуй-то. А он посек, как говорится... А, блядь.
карта темная. Не, ну в принципе прорвали. Кого? Город. А? Город. Колокольный ебень-то, хуй. Сука, ты куда поехал? Охуевший, блядь. Ты ебался. Это кто? Е25 какой-то. Голдовый, блядь, шутри, сука. В смысле? Я на Стюарте тогда играл. Его только за отцаски можешь купить? Да, да, да. Вот, сука, дай его в пукан, чё его. Мажор ебаный. Е25 тогда помер, бля, быстрее меня, ёб. Я на Стюарте был, блядь. Безведен, ёбнул. Пидор, ну, нормально, как бы... Ай, хоть в бою поучаствовал, бля. Пойду, там он Е25, вот ему уж, бля, бей, ёпта. Бей. Ты на квасе давно. Бля, Макс, я за тобой смотрю, тут радуга, кстати, бегает, а твой танк. А это потому что пиздец. Солнышко светит. Блять, вот. Е25, что хорошо, они каждые 2 секунды херачат. А какого хуй ты заикаешь? А потому что я пьяный. Так, стоп. Ура! Хуйню написал. Поехали, Максим. Наши кто-то, ёпта. Забанить хочешь? Адреса, я его ебануть хочу. Объект. Да, не, не надо. Бля, сейчас забанить тебя. А я разрулю ситуацию, я из пенга, мне похуй. У нас все по-братски, да? Поебал удар, все взрослый, понятно. В ответ 10, блядь, да? Ну, вот смотря как. Ну как, ну с нами по-другому не бывает, блядь. Бля, Исаак, ты меня хоть подогнал бы чуть-чуть, что ли, ёпт. Хорошо, какой, блядь. Какой Исаак? Да ну все, ты уж хуй ты встал, ты, ёпт. Тебя подогнай. Не, ну я проуброй 29 километров, блядь. А нахуй такой нерасторопный старый, блядь, я тебя стрельну, блядь. Зато и это... Боб... Ну как, башка, бля, у меня не только башка, ёпта. Вот у КВ-4 хуёво, чё, блядь, это? КВ-4 вообще хуёвый танк, если так вот. Не, он нормальный. Он нормальный, но он хуёвый. У него чё, единственное хуёво, то, что этот. Вон, я в кота въёбки. Ой, меня спалили, блядь. Как говорится, Серег, про твой танк пиздато, а слово хорошо, это не про тебя. Гусля хуёво. Гусля вот слабенько, блядь. Ладно, хуйка. Ну, у меня кот, да ёб твою мать, опять меня спалили, блядь. А, в принципе, кому палить? Там квасяра, блядь, он меня не пробивает. Кот не пробивает. Вон, сука, пидор. Ну, хуйно. КВ-4 просто такой танк, блядь, с ним от борта играть, считай. Это меня Никит так научил. Давай, квасяр, выползай, блядь. А, засал. Рикошет по квасу. Спрячь, а, вон, смотри, сука. А, блядь, пидор. Ой, там, меня опять кто-то спалил, блядь. Серег, ты езжай к нам, у нас тут весь, у нас тут шашлык, пивко. Вот буквально за гору заедет, костерчик разок. Блять, вот. А мне квасяр он все рикошетит, блядь. То это. У меня просто одна мечта. Стать всем в ряд, вот, да, сколько там есть, поехать, блядь. Вот этот больше круче, блядь, чем. Пиздец. Благодарю. Спасибо. Все, да отлично, блядь. Вас я въеб. Бля, своего въеб. Ебать. Пойду заплюсь нахуй. Здесь воды нет. Я найду. В ванной, блядь, дома, бля. Бля, сука, бля, нахуй. Вот это вот пиздец это. Исаак не вовремя уехал, блядь, да? Да ну, блядь. На перезаряд. Вот. А у меня сейчас, блядь, это... А, блядь. Пока наводчик перекуривал, открывал его. Он туда, как раз, сука, это и попал, блядь. На, нахуй, сука, еще. А я отъеду, пидор.
Ох, квас фугасом по мне ебашь, ты тоже без урона, блядь. Да, отчаянный. Вообще пиздец, блядь. Что ж ему еще делать? Так, а у нас что? А у нас пиздец. У нас светляков нет, блядь. А тут еще... Так, все, давайте, выезжайте, все втроем сейчас задаем места. Так, бля, ну пока выезжать я буду, блядь, это пиздец будет. Ну мы едем, я, в принципе, тоже... Не, я пру. Ну у меня, в принципе, еще 12 секунд перезарядка. А это у кого 101 с КП, блин, осталось? Это вот это... Я тут выйду, да так? Попробуй. Подай нихуя. Зараза, из, блядь. Серег? А, ну это, блядь. Я со стороны хуя. Он сосочник, тебя сейчас сбоку будут шить. Да их хер с ним. А кому ты орешь? Он мимо. Я не приеду. Блядь. Как же его, блядь, Серега. Вот я ему вшил. Ты просто, блядь. О, он меня не пробил, отлично. Опа, меня ХЛП тоже не пробил. Серег, ты как? Мне перезарядка, секунду. Да, у меня 21. Все, все, нас кто-то идет. Макс, тебя что забрали, блядь? А почему у меня не... Почему меня не забрали? Это... А, у того же еще башня отлетела. Ебать. Башня даже отлетела. Ну ты, блядь, пиздец, Макс. Че, пиздец? Я, бля, в бою участвовал. Я вообще 100%. Это непонятно, блядь. Ебать. Я тоже в бою участвовал. По 684. Да, непонятно. О, меня Хелл сбил, блядь. Ой. 3%. Пиздец, Серег. Ну, все, загуслил, падла, блядь. Я пока не буду, блядь, лечиться в пизде. Смотри, Хелка отзади. И да, раз, блядь. А он меня пробьешь вот за. А ему похуй, блядь. Он мажет, блядь. Пизда ему нахуй. Серег, ты должен сейчас забрать, короче, 6. А, Исух тоже промазал, ёпта, олень, блядь. А я один, что ли, остался? Заебись. Против 14. Тащу, ёпта. Тащи. От нехуй, блядь. Сейчас прям всей командой на меня, блядь, и я слился. Ух ты, ты 25-й, блядь, хуящий такой, а? Ты чё, муж? И, сука, я так понял, сзади поехал бегать. Серёг, не позорься, играй как надо. Сливайся в пруд. Блядь, 25-й меня заебал, блядь. Олень, блядь. Нет тут, блядь, пруда. О, тут 3-4-1, блядь, поспел, блядь, уже. Ты чё, муж? Иди нахуй. Ух, коса, ёп. А ну шутка, ёп. О, 69. Бля, я опять запись забыл. Вот, сейчас запись идет. Я просто это говорю. Какого хуя я поехал в бой? Я хотел поссать, а пришлось, видишь, выиграть опять. Ты, блядь, слышишь каждый бой. Да и пиздец, вот я говорю, у меня рекорд, пиво, Серег, ты сколько раз пиво слышишь, блядь, у меня личный рекорд, блядь, сколько я, ну, наверное, раз 11 бутылки пива поссал, по-моему, чуть обезвожен не ебанул, так что я только поспер. Да, я пока встал. Блядь, удачно я как встал, блядь, там. Смотри, я сейчас устал. Кусы заеду. Все, я пасать. Заебись. Да, он ИС-3 стал посреди этого проезда. Угу. Ну вот точности как Макс. Ну ты, ну, Макс, встанет, он стоит, блядь. Встанет, плюхи половит. Ты ИС-6 видишь сейчас? И вон 44-ка тоже там, их видно хорошо. Сейчас выезжаю.
А где ты есть вообще? А, ты туда, да, все же. Да, а я что, гляжу, вы тут заняли все. Кого нахуй заняли? Скажите, кого стрелять? А тут и М-ка еще стояла. Ого, видишь? БМВ М3. Да. О, ёпта, еще пух косая, ёпта. 59-й он хуярит, ёпта, уже к базе, блядь. Единственное, что ненавижу, это долгую зарядку, блядь. Сейчас, короче, сходил поссать, мне сказали, ты охуел, больно громко, пиздец, что делать, срок, я не знаю. Тихо. Бля, гора, гора. Там возле базы уже кто-то. 69-й, блядь. Я его не вижу отсюда. Я тоже не вижу. Макс, а ты что, еще не слился? Не, я за горой ем эти сухарики, как арахис. Ну, планирую еще налить пивка. Ну стой, вставай, блядь, сука, на месте. Ёпта мать. Рядом. Я вижу уже. Отлично, его убрали. Шестой, считай, ваншотник остался, блядь. Не выезжай. Блядь, хуй светит. Да вот и хуй-то. Так. Все, я готов, вот он, короче. Зараза, не в ту сторону стрельнул. Блять, а у меня пух не опускает, у него ебаный, бро. Опа, его убрали. А, вы вон куда ебините. Куда? А там все, там 28-й остался и все. Че там остался, а тут? Ебать. 7-7 пока. Ну все тебя же вон там прут. На него. Вот, вот. Ай, блядь. Вот это 3-4, пиздец. То есть третий хуярит, видишь. Это, Влад, а знаешь, на всей вот Украине на 2 часа вот туда, назад, да, по стране? Вот у нас сейчас 1:30. Ну да, прям похоже. На все, потому что у меня подруга из города Ровно. Какой-то. Ну да, Ровно. А, сука, это 22. Не знаю. Он, сука, блядь, он шустро стреляет, блядь. Он тут стреляет шустро. Он же голдовый, по-моему. Да. Ты давай назад катись, живи. Да, я тоже пытаюсь перейти, блядь, туда. Сейчас его... А, блядь! Расстояние. Бля, меня квасяр забрал. Мудио. А где? 32 против СУ-100, ё. А почему у тебя ебашит? Бля, он тебя в пробу сталкивает. Серёг, а ты-то где? Я все. В ангаре, как и я. Да. Понятно. Отлично. Блин. Давай еще раз. На счет три. Три. Пидорас. Крыса тыловая. Ладно, он пошел поссать. Вот. Еще один момент в танке, да, когда вот, блядь, вот он стоит, почему я его не могу сдвинуть? Это вот непонятно. Так, говори, куда ехать. Ну налево поехали, вроде все. Все, я с вами. Кидок, ебан. Ну шо ехать, блядь. Еду. Ой, уехали далеко, блядь.
Жизнь далеко. Ну, пока ты на колышечке доедешь, блять, в итоге-то я доеду. Ебать, я лошадь. Другим стрельнул. Ну, все равно я лошара, я даже не заметил. Вас завоевывают, сука. Она там у них тоже парень. Нюанс. А я и, блядь, шестой не вылазил, блядь. Сука, третьего только сейчас видел, блядь. Проебал, блядь. Да, захуярит, и все. Опа, светанули. Блядь, еще артель висит. Вот он меня и хуярит, блядь, арта, блядь, ебаная. Третий не высовывается, блядь. Меня нахуй сапает. Снаряды тебе попали. Подозрение боевой лавки. Зал пока задом, задом. Серег, тащи бой, заебал. Сидеть. Ага. Меня опять спалили, блядь. Из четвертой десятка. А он говно выше получается, блядь. Ну, седьмой десятка. Ой, пушку касали. Арта. Арта мажет. Сука, раз. Пидорас, 22 секунды заряда, пидорас, я его на мушке вижу, ему пизда. Восьмой? Остался, я пуза. Я его забрал. А, охуен, Серег, блядь, ты спас мою жизнь, хотя нахуя ты это делал? Там он третий, сука, вырезает. Где? Как нахуя? Мы вообще в Азов играем. Ты мой близкий, блядь. Да. Вот этот хуйню еще проскочить, блядь, там, блядь, ёбаный. Так, а я попробую прям в коне, вон Серёг, который не спас. О, Макс, ты в тупик едешь. Куда? Ага. Тупик. Ну, он об этом не в курсе даже. Да ну, ну откуда я? Вот он падло, блядь. На тебя, сучёныш, блядь. Бля, у меня 25 хп осталось, 54 его сейчас заберёт, я думаю. Опа. Попали-то по мне, блядь. Пантера ёбаная. Какая пантера? Вибла. А КВ пан... А, КВ тигр, ёбаная. А там вибла? Не, у меня в нем вибла. Промазал. Ты думай обо мне, блядь, косой горжами о себе. Бля, ну а торт я тебя как, блядь? Сверху я стоп прикрою. Сверху, блядь. Я говорю, это с горы друг на друга бутербродом, блядь. Бля, Макс, фишка в том, что, блядь, у нас жопа с базой, блядь. Какая они база? Пока не берут. Они не берут. Иди в баню, блядь. Ну, блядь, ты сам понимаешь, если я вернусь, то им пизда всем будет. База начали брать. Из четвертой уже люлей получает. Блядь, смотри, вон, она, а нахуй мы сюда поехали. Я думал, у нас база. Бля, рикошет. Кто-то, блядь, зил. Поездку, я хуею. Без сведений, ёбнуть. Какая там, блядь, сведенечку пробьёшь, ну, да, а кто такой-то, авторитет? ВНЛД надо. Есть, я его хуярил. Ебать, на, а нас куда? Я его хуярил, да еще загустил. Смотри, я. Ааа, блядь. Оп, ты. Да, ну, а тебя кто забрал-то, Макс? Вот. Яга, есть. А, я твой забрал, ёпта. Пидорас, блядь. Которую я загустил, блядь. Он на той. О, у меня патрон улетел ниже. Не, Серега, я говорю, 200 грамм арахиса, 18 рублей в ленте, это пиздец, это очень отзывить. Потому что у нас в магазине будет стоить рублей на 50, ну или сколько у нас стоит арахиса. Все,
Серега, ну ты тащи бой, ты заебал. Я его не пробиваю, блядь, этого, блядь, говнушу зарядить нахуй. Смотри, на моем канале нас будет смотреть минимум, блядь, 3-4 человека. Арта не туда работают. Ты не опозорься в их лицах. 54-й. Тащи хотя бы ты. А, меня Артав светил, сука. Ну, тебя сейчас не Артав ебло. Артав он хуй. А, ну это барабан, кстати, тут. Да вот и хуй-то. Заебал, блядь. Все, он барабан разрядил на меня, блядь. Эх, съебался, сука, от меня. Сейчас выездит. По мне арта работает, блядь. Она промазала. Опа, меня арта избрала, блядь. Тронуться не успел, ёб. Блядь, вот этот дом... О, отлично. Суки, блядь. Я ныряю в гору. Нахуй. А, ну я, туда я, и прийти. Я потому что нихуя не отыграю, что я делаю. 8-2, ёб. Да я все понятно, что... 8-2. Макс, тебя арта разобрала, как и меня. Я понял, я снимаю сейчас. Короче, его, Макс. Лада на его мы полевой шары. А ты тушь в ангаре? Я там сделал. Ты вообще лошар. А там сделал. Ой, пизда. Армаз. Ну, косая пиздец просто. Васяра, бля. Самое главное, съемка со всех сторон. Бля, и помогает, никто не помогает. И съебался, сука, главное. Ой-ой-ой. А? Он сейчас... А, опа. Ура. Бля, это прям пронесло. Да-да-да. Что, вся, чину, вся, блядь, вся. Забрал, блядь. Чину, хую, блядь. Чину. Тут у нас Влад проезжает через мост. А, ну в принципе заебись. Это, как говорится, команда Диатлов. О, бля. А, это и напись. Ну как хуже. Влад, стрельни в эту бочку, ебаная. А, тебе пока разворачивайся, это пиздец. Это, у тебя, в принципе, ворочь только пушка, но не... Вот и все. Ну, она да? Как? Ну, на как? Ну, Буратино. Ну, да. Как там? Та-ра-та-та-та-та-та-ра-та-та-та. А, бля, стоп, не. Другая песня была, как он? А, крокодил. Ну, ладно. Ну вот это как вот это, блядь, то ли совет. А ты еще, блин. В эту херню полезли, да? Золотов, блядь, 15 штук. Я слот вообще ни разу денег не донил. То есть как бы по акциям мне добавлялись эти слоты, блядь. Нахуй не мир. У нее фонарик перетанка только. Ну да. Я пью из горла. И че, 30% показывают, блядь. 39, другой 100, блядь. Заебали, еб. Вот это вот, смотрите, ФВ-183, вот это вот. Угу. Вот это, короче, она шотит просто нас. И сов, КВ-4. Так. У него, если голодой, то дома, а, кажется, да. 1700. А, кстати, я сегодня видал, этот хер, блядь, играл за... Я сегодня на нем уже был, блядь. Пацаны. Он, короче, реально просто обосрался, блядь, сегодня в бою. Это, я короче, давайте спасать, если что проблем будет, я приеду. Ай-яй-яй-яй. Косяра. Я косой, как хуй над кто. Бля, там он бачатый, блядь, еще, сука. Кто там? Место прикрою. Самое конченное, блядь. Со всех сторон, блядь. На тебя, сучоныш. Из 4, блядь. Я смотри, бачат бачину сейчас настреляет. Да ж понятно, блядь. А там что, у нас 21-й, больше нет никого, блядь. Вот он херачит, блядь. Пока не пробивает. Тут 62, блядь, приехал, сука, гусю сбил. На тебя, сучоныш, блядь. Уебываем.
Ёб твою мать, а я тут я один и я стоток, да? Это пиздец. Бля, ну суки, ну выезжайте что на Бачатова-то, ёбаный в рот, блядь, олени. Так. Я понимаю, что я в засвете, блядь. Сука, меня Бачатый хуярит, блядь. Как говорится, нет повести печальной засвет. О, блядь. В засвете, да. Да нет. Вот я в засвете конкретно. Нет повести печальной на свете, чем Маус в Малиновке в засвете. Вот, блядь, я... Тоже, в принципе, задрот. Тихоплёт, ёпта. Да ну пизду, хулиганишь ты меня. Бля, меня Бачатый заебал. Нам чё 110-й делают, блядь, сука? Ты скажи мне... О, ебать, тут 4-й приехал, блядь. О. А ты-то где, блядь, катаешься, блядь? Я в сортир ходил поссать. Да я понял. На, чё ты от меня ругаешься? О, всё, пизда, меня 4-й забрал, нахуй. Пока ты катаешься, блядь. Я ссал. Это, знаешь, это вот, кстати, это закон подлости. Какой меня нахуй забрали, и Бачатова забрали, блядь. Макс, ну ты-то ж туда не суйся, ёпта. Куда? Туда, в центр, блядь. А куда ехать мне, блядь? Пидорас, блядь! Давай, отъёбнусь, ёпта. Всё, я спрятался. Ну ты дома не спрячешься. Дома, Хевик матерится, говорит, команда уродов. А просто, даже если победа, даже если с примом, все равно минуса уходит жестко. Да. Серег опять забыл запись включить. Ну а сейчас попадаемся. Я сейчас, блядь, полицейский ждал. Я же мы бодаться будем, блядь. Со мной ты собрался, бодаться будем. Ты себе что в движок стоял, сука? Вон там елочка. Раз неблагодарный. Он елочку забрали, нормально, блядь. Елочку, ща я тебя заберу, сука, сюда выстрел, блядь. Попробуй. Ты... Рикошет, не слышишь? Ты дай приказ своему механику-води, чтоб пошел на перекур. Как... А у меня механик-водитель пьяный, ёпта, ёпта. Вот и хуй ты. Он, знаешь, когда он будет открывать люк, я как раз туда въебу, блядь. Поехали светить, ёпта. Кого? Да разбирайся. Кого, блядь? А, блядь. У нас тут восьмерки, блядь, кого? Так, стоп. У меня заглох движок. Все продолжаем. Опа, сука. Светанул я его, а бля, въебал он. Вот ты хуй, сука, у меня вообще движок сорвал. Вот ты мать. Бля, снизу тоже варианта нет объезжать. Там тяжи. Есть. Лошар. Ёпта, я его не пробил даже. Мехвода уебали, блин. Перемой пьяный. Пьяный мех, вон. Бля, я его не пробиваю нахуй, бочину, сучонок. Вот Т-34 приехал, блядь. Я... Поеду за тем, у кого танки десятых уровней. Ого, вот это да. Он косит. Кто-нибудь видел это вообще, вот это чудо? И чудес. Я... Давай. Вот это 3-4 промазал, блядь. Он его забодал просто, блядь. Опа. А кто вот пробил, они. Я не видел. Я, короче, попал вот это 8-й левел, вот этот, короче. Попал, он загорелся и сгорел, короче. И мне еще засчитали прав. Блядь, первый раз такой. Бля, ну это нормально вообще. Халява. Охуевший сильный. Это халява. А я сейчас сбиваю дом. Это сам давай, да? Парни, я уже вот здесь наверху, блядь. Ты должен быть уже на базе. Какой нахуй базе, ты чё? Борщи, вот, борща подсветил. Не, вот сейчас вот в данной ситуации я борща бы въебал. Но... Всё, жопа мне. Опа. Блядь, чутка не успел в дом, въебал. Так должны меня было въебать. За Влада, блять, его же въебли. Ну и я бы за тебя просто. Вот суки, бля, я борща даже не пробил. Я худею, да что ж за хуйня? Бля, да что ж всех ебашь. Борща даже пробивает МС-1. У меня тоже такой был, я тоже рикошет был. Да вот и хрен-то, бля.
Сейчас вроде убрали. Вот он ко мне раком стоит. На тебе в жопу, сука. Отлично. Макс, мы его разобрали. Да, мы своего разобрал. Какой-то вот... Влад, нахуй ты это сказал? Лошара, блядь. Я своего ебанул, блядь. Комет, ебаный в рот, ты хули, блядь, ты порошок, блядь. О, пятнашка стоит. Чистота, чисто кайф. Бля, его запустите, и все, ему больше нахуй ничего не надо, блядь. Кому? Да, ты 15, ёпта. Ёбаный. А ты, блядь, с такого расстояния распадёшь, блядь, в гуслю, ёпта. Смотри, нахуй, как надо. Арту надо ехать, собирать, ёпта. Как надо. Смотри, блядь, блядь. Я бы разобрал, просто так, это... Так, у них 32-й вообще не светился, я гляжу. Он, блядь, этот... Стоит, наверное. АФКшник, блядь. Так, у меня просто это, второй бокал пива и пиздец, и второй, и больше нет, а... А где 32-й? А, в пизде, блядь. Да 32, в натуре ещё светился. А это вот я уже на захвате стою или нет? Наверное. А, да-да-да, это... А где артель? Помнишь, Серёг? Где это падал? Случай... Вон 32-й засветился, сука. И арта светанул. Когда я на захвате стоял на своей базе, а вы не понимали, что я делаю, я говорю, я стою... А нахуй, на ходу в неё, блядь. А, пиздец, блядь. Не слушай, а ему блядь, нахуй. Да ну их нахуй, блядь. Вот, Влад, такие неблагодарные случаи. На, его, ёб. Грубо говоря, блядь. Курить нахуй вместе начинали, блядь. Тихо. Влад, смотри, как надо делать. Блядь. Сука, а? Блядь, я сейчас... Блядь, ты мне кузню, блядь, повредил, а? Я тебе пукан ебану. Съехал, блядь, заряжающий, блядь, стукнулся. А, вот. Потому что держаться блядь. Надо было. Там 6-й, ёпта. Макс, пизду, мы с тобой уже снимали, блядь, слив, снимали, блядь, кого быстрый. Сам быстро слив, это у меня пока рекорд. Когда я бан, блядь, получил, нахуй, ёпта. С этим модом ёбаным, блядь. Да это чисто случайненько вот застрельнул. Заебись, чисто случайно. Так, а вот, по-моему, мы тут... Улюш, выбрались, зря поехали воевать, ёхай. Раз выбрались. Сейчас Иса, блядь, будет кружить. Вон там, это... 152-й, блядь. Там сверху, кстати, один хуй стоял, блядь. Она просто... О, а там БЗ, ёбаный. А, ему пизда, смотри. Вот это ему пизда, блядь. Там пантеры ёбаные, блядь, его, блядь, заебёшься пробивать всё. Пантер — это группа такая, какой-то трэш мне. А, я смотрю в небо. А там не только пан, он там ещё одна. Как песня Сатин Крестова. Да шеп, блядь, на 6-му. Ой-ой-ой, ой-ой-ой. В ангар нахуй. Смотри, а хули они вдвоем будут, две суки. Смотри, как надо тащить, блядь. Давай. Смотри, 6-3, сейчас будет 6-15. В нее нашу пользу. Ну или нет, ну если 6-2. Питер, я... Ты чё? О, успел. Смотри, это не успел. Гони на него, у тебя перезарядка, ёпта. 5 секунд. Вот еще один. Я их всех порешу. Давай. Да, да, ну смотри, у меня только краску сбил. Бля, был бы я чуть потрезвее, блядь. Вот это единственная просьба, блядь. Кому? Оо! Ааа, пидорас, подстрелил меня. Вот я пушку надо... О, его забрали. Кого? А стрелял меня? 85-й, он тебя и пробил.
А, вот этот сук с ракетами, его забрали. Ну отлично, высунул. А, вообще заебись, за света мои, сука. А, вот это вытягивайся на себя теперь. Не вылази, блядь. Бля, пукан заходит. Где ты нас, бля, хуярит, бля. Никто меня не хуярит. Заходит, заходит, мать. О, холодильник как у меня, бля. 14-1, бля. Ебать, вот это у меня, блядь, есть разворот. Вот, вот. И это вот реально будет самый длинный видос, который вообще там, блядь, на часа на два, блядь. Я не знаю, у меня там еще 200 гигов в резерве есть, конечно. Это пиздец. Ты лучше через этот записывал, через Бандикам. Там поменьше берет. А, блядь, это... картинка не настолько хороша, как через Фрапс. Вот я это заметил. Как бы. И мое заикание это не связано с пиндиками, это просто изопьян. Это с пивом связано, блядь. Ты думаешь, что там прям будет все фул это смотреть, если весь экран? Нет, ну, блядь, ну, как бы я стараюсь 1080, а чё, блядь, наёбывает народ, как мне отписал один школьник, я говорю, я тебе верю, он говорит, и я в тебя верю, я говорю, спасибо тебе большое. Не, ну, кстати, смешник Серёга, пиздакет мне, это русский народ говорит. Бля, вот вы шпарите вообще, я офигею, бля. А я нихуя не понял, я пока и пока ехал. Что там ты делаешь, да? Вот сука, забрали там. Зараза, блядь, рта. Ладно, успокойся, ты же. Тут вот я помню. Ты так боком не стой там. Я пытаюсь в тебя не въебаться. Вот моя главная задача. Блин. 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 Так, давайте я вперед. Я фул. В болото, ебашь. Не, ну не в болото, я вот сюда попёл сразу же. Во все тяжкие, блядь. А ты где хоть? Да вот уже вас обогнал, блядь. Вот, прикинь, со своей скоростью обогнал. Зараза, блядь, тут голодой хуярит, тут самое толстое место башни пробили. Голода это вообще жопа, блядь. Ну так хуярит это, блядь, пиздец. Парни, если бы я знал, о чем вы говорите. Так, ну что, у нас сейчас ПТ здесь. А где ПТ-то, блядь? А то ПТ там одна будет, он на разной стороны. А, да. Опа, тут меня кто-то спалил. Арту надо вот сейчас. Вот меня арта, скорее всего, спалила. А не, глянь здесь. Вот он. На тебя, сучонок. Макс, где ты есть, тебя не хватает. Опа, он меня смотрю, он хуярит, блядь. Вот нахуй как надо, блядь, сынки, ёпта. Чуть-чуть я тебя не забрал, ладно. Это просто... Вот он, сучонок, Сатурион, блядь. Я бы не удивился, если честно. За влагу вот это вот 72%. Сатурион, вот она, арта. Ёбаный урод. Лучше сбили, блядь. Сучёныша. Макс, блядь, налево посмотри. Бля, Макс. Чего, налево? Я смотрю направо. Налево надо. А, я одну забрал. Слева, слева. Бля, Макс, у меня яйца закончились, нахуй. Соски как-то. Иди говорят. В магазин, я тебе что еще скажу. Ну ты где там, блядь? Пизде, блядь. Вот. Ой. Горю. Сука, блядь. Бля, пиздец. Я потолкнул. Ты что, не поддул-то, блядь? Дул, бля, в жопу как мог.
как-то. Ну, она... Блять, ну по крайней мере Артур все забрали, это нормально уже. 10-3 сейчас задавит. Это, у меня реально глаза в куче, я не знаю, куда. Давай эту, Патреона бей, ёпта. Какого-то другого такой. Я его уже убил. А, все. Дай бог тебе здоровья, кто его убил. Я просто реально, я не отупляю. Реально это сосн валить, это. Ты лесповал, блядь. Все, он даже не лес. Он посмотрел мне. Ну. И отъезжает. Он тебя же не пробьет, ёпта. Блядь. Это. Тебя же в лапешник хуй возьмет. Как-то мне какой-то школьник отписал, ну, а почему ты типа не умеешь? Макс, дави из третьей на три. Заткнись, сука. Вот, типа, у тебя из три, блядь. Я говорю, блядь, это подарок, ёпта. Не, ну, на самом деле, я сам, Серега, может подтвердить. Серега, сам я прокачал из или нет? Ты прямо смотри, прокачал. Ой, смотрю, да он не помогает. Барабанщик, ёпта. Да мне похуй, смотри, вот 380, всё. Всё, он три выстрела выделал. А у меня 20 секунд заряд. А у него примерно так же, ёпта. А чё тебе 20 секунд? Ну, я переукрасил. Ну, срам, но, видишь, я там стою. Там из третьей ещё, бля, дальше. Чинишь гусеницу? Кто там? Механик или кто там чинит гусеницу? Они все дружно, по-моему, чинят. Чё-то очень хуй. Рикошет мне повезло, бля. Это из третьей, наверное, тебе херачит, бля. Я ему сейчас хуячу, бля. Ты куда смотришь, ты, блядь? Вот. Сири, забирайте. А он вот сюда смотрит куда-либо, только не на танке. Да. Только не туда, куда надо. Можно мы с третьего. Ну третьего убей, ёпта. Да пью, блядь, свожусь. Сел. Промахнулся. Макс. Так, все, пацаны, хрустеть больше не буду, буду только пить. Так, давай, Макс. давай с пятой сразу трогайся, догонишь. Какой с пятой? Трогайся со второй на дизелях. А третья, вторая, одна, а на 12 уже догоняет, да? Ты пятую сразу врубай, и все, бля. Пятая не потянет. Так, это, пацаны, ваше здоровье. Ага. Ай-яй. Ленят, ебаный, блядь, здесь. Иди сюда, блядь, сучка. Сука, уехал. На тебе нахуй. Ах ты меня, сука, загуслил. Да ты видишь его, это ФЦМ со мной рядом? Да. Нет, уже не вижу. Лёва тут катается, блядь. Всё, сам я Лёва забрал. Лёва хуярил, блядь. По мне этот хуй ебашит, блядь, гуслит, заебал, блядь. Вот он, да. Зараза, Лёва, блядь, в жопу заехал. Да Лёва, блядь, вот у меня здесь был, я ему в жопу тоже пробил разочек, блядь. Макса не хватает, блядь. Да, и подъезжай, только, ах, да, ты, блядь, сука. Я в дом ебал. У меня борщ сейчас, борщ хуярит, блядь, слушай. Борщ. Я бы сейчас там, блядь, наверное, не буду. Ты когда начнешь что-либо делать? А, в плане чего? В плане всего. А ты где вообще сам? В плане танков или в плане работы? Макс, давай, выезжай уже вперед. Ты фу. Вот, все, давай. Смотри. Давай, он от тебя потратился, нормально. Он заряжается, блядь. Ай, сука. Уже день гусеница. Так, перезарядчик. Макс, давай, давай, давай. Води его, чтобы стрелять. Блять, не мешает. Фердинанд, блядь. Надо Лёву забрать. Лёва. Сейчас налево. Я с этой стороны поеду. Опа, Фердинанд, сука. А, блядь. Бля, мне Фердинанд забрал, сука. Шара, блядь. Да правильно ты пока, блядь, по сортирам ходил. Пизду, посмотри, сам куда ходил. Неблагодарный. Не
Ебать, ну, ну чё, опять мне тащить бой? Федю, стреляй вниз, блядь, нижний бронелист. Видишь как? Ёлка, спасибо, так, Влад. Ну ты куда, блядь? Ну, ну кто так клюнул? Парашюта. Кто, блядь? Ёлка, мать. Получает куда-то. Блядь, сука, он нужен. Господа, какого хуя мы вообще тут забыли? На гору поехали. На какую гору? Да, ну я в принципе думал, что тут горы по скалисти. Угу. 75-й тоже поехал свистить туда. Это нормально. Бля, 75 на грушу полез. Дебил. Ебать, а у них это... светляков сколько? Ебанулся можно. Это ж как МММ, все правильно сделал. А у тебя... А, все понял. Что, у меня все заебись. Не, я все понимаю, какого хуя сюда... А, опять на грушу? Угу. Не, я могу вам с песчанки посветить, если что. Какой песчанки? Там 12-е, блядь, я все под иллюминатор забрать, блядь. Песчанка — это змея такая есть. А, сука, пиво. Не, не получилось. Так, тут тупик. Да не поедем. Там тупик, ёпта, почему, блядь? Он постоянно в тупик, блядь. Упрёшь сейчас, блядь, и пиздец. Ты дурак, мы с тобой в тот раз туда заезжали, какой там нахуй тупик. Нахуй, вон, вот пантера, блядь. Иду уже охватывает за свету, блядь. Когда, блядь, сдаёшь задом, нахуй, смотри, хоть кто-то. А хули ты мне взад потыкал? Сзади, блядь, сзади, потому что люди едут, ёпта. Блять, смотрите, 90. А, не, 75 сзади. Я пантеру все разочек. Ты что, бездействие, блядь? А у меня это. Товарищ, я тебе ее сам забрал, блядь. Ой-ой-ой-ой. По мне арта пошел работает. Ну нахуй вообще, блядь. Буду ехать один нахуй. Один забрал. Йоу! А, у нас, блядь, вот 1375. Все. 4-й, блядь, сука, съебался. Я в ангаре. Молодец, я. Молодец, блядь. Не прикрыли нихуя, их, блядь. А хули ты на рожон-то лезешь-то? Бля, у нас гора, пизда? Пизда. Поехал я туда, блядь. Там 69-й был, блядь. Вот он. Сука. Арта, помогай, блядь. Вот, у нас арта. Мне просто интересно, Влад, вот когда ты, блядь, куда ты нахуй смотрел вот так если по чесноку, когда брал этот танк? Чё? Ну он же пиздец. Ну охуенный. Квадратный. Ну и чё, квадратный? Большинство танков квадратные. Не, скажи, из третьей прилизаны как надо. Бля, 75-й вот, стоит вот, пока. Вот, вот смотри. Нет, нет, танк хороший. Ой, сука, тут 69-й, блядь, ну, вырезка. Ну, ну то я тебе про что говорю, если твой танк поставить во дворе, да, и наступит зима, из него сделают горку, ты просто потеряешь свой танк. Блядь, 69-й меня, сука, пробил. Ну, просто блядь. Самая фишка это орудие его. То есть, как бы, оно 8 уровня, но на 6 обычно ежит. Там дома в 440, он больше, чем... Даже больше, чем у 8 уровней. Перезарядка где-то 13 секунд будет, если я качаю сейчас все. И пробитие у него как, почти как у СА-3, то есть большинство 8 левелов я пробью. Бля, 69-й, сука, прячется, блядь, арта не берет его. Все, понял. Снимал, блядь, снимал. Большой... Израиль делал это в Челябинске, короче, стоит вот реальный танк С-3, и там это вот там что-то заводили, короче, реально, блядь, вообще огромный танк.
пса попыряли довезти его. Ну, в массовые хуйни не пошел. Так, Влад, я за тобой, хотя тут далеко, блин, но я... И смотри, я пытаюсь за вами как-то угнаться. Я... А, бля! Ой, зараза, все. Так, а че он в массовый не прошел? Он прошел, выпустили, кажется, не помню сколько... Меня... Я не помню сколько тысяч, а он на вооружении стоял. Ну, на вооружении, по-моему, стоял только ИС, блядь, его в Сталине. Не, ну это после... Не, он стоял, походу, я на сне... точно не помню, но он вроде стоял. Но его потом сняли. Не, ИС-3, потому что это не знакомый. Макс, а ты что в центр полез? Я за тобой, блядь. Я за Владом еду. Он-то может... Ага. Кто не успел? Там что стоит для субтитров? А я сейчас тут буду всех убиваться. Ух ты, ёпта! Вот это хует. Да еще и загусливаю его, ёбаный стук. Иди нах! Пошел нахуй. Бля, тигр, уйди нахуй. Сможешь забрать его? Посмотрю. Все, заехал. Я вижу. Зассали. Как никак выйди. А я... Ой-ой-ой-ой-ой. КВ-5 и все эти, блять, вылезли. Сразу рта, блядь, как она попалась. На тебе, КВ, блядь. Он мне только, блядь, гусу бьет. Давай. Так, иди. Я махану, блядь. Чё ты там? А ты в ангаре, что ли, уже? Я в ангаре. Бля, КВ-5 загибал, блядь. Загусили меня. А, тебе КВ-5. Горит, ты просто это не видишь, а я снимаю. У меня тут вообще жопа, блядь. А почему они тебя не могут? Потому что КВ-4, ёпта. Смотри, сколько меня обстрелил утром, блядь. А он, ну, он ездит, блядь, его мотает, блядь. Да, в ворот там вписался, блядь. Короче, я знаю, ведьму, знаешь. Ух! В ворот как вписался, блядь. Да, я сейчас вот здесь за танчиком встану. А, блядь, ну, прям просто раз и как вот я тогда, да? О, я сейчас вот сюда вот за холмик, о, все. Бля, на танк тут подгонишь. Я тебя жду, Влад. Потому что этот фрагатрощер уехал, сука, ну, встанет. Зачем? Я свечу встал. Да, свечу встал. Кидок, ёбаный. Тот край горы-то, блядь, я свечу. Тот край горы, блядь. Вот это куда вылез, блядь? Кто? Да ты, блядь, повесу. Да куда ты, блядь, встал? Уйди! Смотрите, как... Вася, блядь, мешаешь стрелять, блядь. Хуй с вами. Приехал, блядь. Да ну пиздует. Да хули в пизду, ёпт. Туда... Вот это хуй-то, а, блядь. Чё, это может арта въебла, ты даже не знаешь. Нет, это тот ИС. А, схуя у меня там. Потому что он у тебя и сводился, блядь. Да ну. Он загусленный стоит, нахуй. На ему нахуй, вот, отлично, кидаем.